Стук колес, пульс железной дороги. Этот тяжелый состав следует из Украины в Румынию. Перевозка грузов – одно из основных направлений работы Приднестровской железной дороги. Транзит – это хороший показатель, как финансового положения, так и показатель того, что наши пути пригодны для эксплуатации как и для пассажирского перевозок, так и для грузовых. Потому что у нас проезжает путеизмеритель молдавский, не наш, молдавский, и он делает оценку по бальности. У нас по бальной шкале мы сейчас находимся намного выше, нежели наши коллеги, соседи. Общая протяженность стальных магистралей по республике – 1000 километров. Почти половина из них – это подъездные пути предприятий. Крупные заводы сегодня делают выбор в пользу железнодорожного транспорта и восстанавливают инфраструктуру. Начинается положительная тенденция о просьбе о восстановлении подъездных путей, начиная как от ЖБИ, заканчивая, и, ну, естественно, Шериф, естественно, компания КХП, Тираспольский, Бендерский КХП, Рыбницкий КХП, РЦК Рыбницкий. Вот эти предприятия, которые, мне кажется, флагманы нашей республики, и начинают уже двигаться в направлении выздоровления. О стабильности мечтает каждый из сидящих в этом зале. Путейцы, машинисты, наладчики, дежурные и начальники станций. Здесь те, чья жизнь связана с дорогой. Зоя Андреевна на станции Бендеры проработала 34 года. В трудовой книжке всего одна запись. Это очень большой праздник, потому что это вся моя жизнь. Столько отработать, ничего не поменять, даже место работы. Это очень большое значение. Железнодорожники – это удивительные люди, которые посвятили себя железной дороге и не мыслят своей жизни без стука колес. И в этот особенный день хочу поздравить вас с профессиональным праздником и поблагодарить за добросовестную работу в одной из самых сложных сфер человеческой жизни. По традиции, в начале августа руководство Приднестровской железной дороги награждает своих сотрудников. Грамоты и денежные премии получили лучшие работники Бендерского железнодорожного узла. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.